Роксон не сдал носорога полиции, чтобы он работал на них. С ума сойти! Роксон уже ничем меня не удивит. Все в порядке? Будет в порядке, когда выберемся. Я отключаю камеры слежения. Можешь глянуть в том компьютере? Нужно понять, как устроена база, чтобы составить план. Что ты нашел? Есть выход. Через этот кабинет. Нам надо снять блокировку базы в комнате управления. Сначала надо выбраться из крыла охраны. Я спущусь и посмотрю, с чем мы имеем дело. Дверь заперта. Биоэнергия сработала в камере. Сработает и на этой двери. Если найдем, что ее питает. И как они нас выследили? Не знаю. Может, зря мы решили встретиться средь бела дня. Надо найти источник питания двери. Может, сверху? Привет. Это питание двери. Открыто. Я спускаюсь. Я над тобой. Придется хакнуть терминалы, вырубить сигнализацию. Я разберусь с охранниками. Камера охраны в южном крыле не работает. Их, наверное, носорог отключил. Я слышал, он хотел допросить пленников. Тот другой даже Человека-паука бы напугал. Смотри в оба. Почему Впереди еще двое. Как мы вообще нашли эту парочку? Носорог выстрелил? Он головой работать не умеет. Сторонний агент нам их сдал. Когда мы с тобой стали... Рядом с Кригером следи за языком. Он спокойный, но заводится быстро. Я заметил. Он меньше, чем за месяц трех помощников сменил. Чего этот Человек-паук нам так прицепился? Что такое? Не понимаю, зачем держать тут Человека-паука и умельца? Надо избавиться от них. У Кригера свой взгляд. Запускаю код. Он считает, они нужны компании живыми. Нашего сняли! Тревога! Так, можно переходить за другой. Лучше дежурил у плазы. Раз все вкалываются, вообще тянут недели. Взрывать плазу – плохая идея. Отравлять город опасным для людей топливом тоже. Да. Но должен быть другой способ разделаться с Роксоном. Не все в жизни идеально. Некоторые вот в наглую врут друзьям. Давай просто выберемся отсюда. Ладно. Но это мы еще обсудим. Ищем человека! Бать, внимание, возможный нарушитель! Вас понял, мы его найдем. Обнаружьте цель и нейтрализуйте. Установить контакт! Потери! Повторяю, у нас потери! Продолжайте поиски! Огонь при контакте! Прикройте меня с тыла! Я здесь! Ищем Человека-паука! Стреляйте при первой возможности! Оружие к бою! Секунду, я вроде что-то слышал. По-тихому не получится. Теперь ты мой!
Сниму магнитный замок, а ты должен устроить там перегрузку. Ага. Кажется, это голосовое Кригера. Мне нравился Рик Мейсон, правда? Но в нашем деле нет места таким чувствительным людям. Может, повесим мемориальную доску? Или нет, поставим скамейку в его честь. Ха, ему бы понравилось. Саймон Кригер. Само сострадание. Еще про носорога. Я знаю, он говорит, что хочет снять костюм, но будем честны. К нему относятся серьезно только из-за железного комбинезона. Улучшим его броню. А если поможем поймать паучка, он забудет про костюм. Он манипулирует вообще всеми. Заметки о независимых подрядчиках Роксона. Надо, чтобы кто-то из подрядчиков выследил умельца и Человека-паука. Надгробие вне доступа. Черная кошка исправилась. А тот мужик в фиолетовом, как насчет него? Как там его звали? О, да. Да, он подойдет. Мужик в фиолетовом? Нет, не может быть. Нет, никак. Запускаю отмену. Тут голосовая запись. Сэр, полиция спрашивает о носороге. Что нам ответить? Наш человек на плоту занят программой трудоустройства на свободе. Скажите полиции, носорог занят общественной работой. Неужели им сошло это с рук? Дверь открыта, но ее нужно толкнуть. Сейчас. Эй, Роксон ворует у тебя. Насколько я понимаю, ты тоже. Спасибо за это, кстати. Так, все-таки, почему умелец? Это прозвище. Рик придумал. Когда он учил меня чинить всякое в мастерской, он звал меня маленький умелец. Не знаю, напоминает о нем. Ты не рассказывала. Здорово. Пока не получу ног. Его тут вообще быть не должно. Твой бугай должен был взять только девчонку. Да, тебе не нравится. Но вот в чем дело. Человек-паук — это мой лучший рычаг давления на мисс Мейси. Ведь вы поймали их вместе. Точнее, ты поймал, но по твоей наводке. Так что там явно что-то происходит. Согласился оставить мальца в покое. Дядя Аарон? Малец.
Ты выбрал такое милое слово. Это так по-отечески. Отпусти Человека-паука. Я достану тебе на форум. Дам данные о подполье. Все, что хочешь. Видишь? Рычаг всегда срабатывает. Майл, Человек-паук. У меня есть рычаг и для тебя. Я все видел. Из-за Нуформа люди болеют. Ты убил Рика Мейсона. Если люди узнают... Ну, это вряд ли. Понимаешь, ты же вор в розыске. А учитывая, что мы вместе натворили, будешь сидеть в соседней камере. И мы оба знаем, что ты к этому слегка не готов. Ну, мы пойдем и навестим мисс Мейсон и Человека-паука. Но это будет вечеринка только для своих. Да. Пока. Теодиара. Нет. Погоди. Ты знаешь этого парня? Из-за него нас поймали? Нет. Это... Я знал, что он работает на Роксон, но я не думал, что он сдаст меня. Просто не верится. Ты завел меня в ловушку. Зачем я тебя вообще слушаю? Фина, нет. Должно быть какое-то объяснение. Я ведь не знал, что так будет. Давай не будем. Надо идти. Можешь открыть? Да, конечно. Как ты открыл дверь перед этим? Сможешь повторить? Они запустили блокировку. Нам надо попасть в зал управления. Значит, надо пробраться через эти ставни. Тут есть панель управления, но она обесточена. Попробую это исправить. Могу открыть ставни, но могу управлять машинами, типа того крана. Буду иметь в виду. Я осмотрюсь. Они тут собирают движки для своих машин. Я могу поднять или опустить кран. Это поможет? Возможно, кран нас как-то выручит. Можно дернуть за кран. Посмотрим, что выйдет. Эй, кран теперь прямо над двигателем. Двигатель. Есть одна идея. Ты можешь переместить кран к конвейеру? Да. Кажется, я тебя понял. Так, этот лазер должен рубить двигатель. А, черт, лазер закоротило. Я перенаправлю питание. Эти узлы помогут, если найду энергию. С помощью этих узлов и паутины можно перенаправить энергию. Круто! Паутина проводит ток. Стекло мне мешает. Узел. Если сдвинуть кран, нити достанут до лазера.
Все, лазер в твоем распоряжении. И лазер пошел. Идеально. Если перегружу двигатель, он станет бомбой. И эта бомба поможет нам открыть ставни. Теперь надо его подорвать. Наружу. Дай мне минуту, чтобы открыть. Они разгадали наш план. Ну да. Выход-то один. Ладно, я разберусь с охраной, а ты открой дверь. Постой. Ты никогда не думал позвонить мне, сказать, что ты Человек-паук? Знаешь... Когда родителей не стало, Рику пришлось заменить мне отца. Я боялась, мне будет не хватать брата, но у меня был ты. Фина, я... Открывай дверь! Дверь не выдержит! Иди! Я справлюсь! Иди! С фонариками на шлемах видят тепловые сигнатуры. Тебя заметят даже сквозь невидимость. Интересно, сколько ресурсов они тратят на борьбу с нами? Наверное, миллионы долларов черного нала. Расчисти путь, а я попробую взломать систему безопасности. Если нужно что-нибудь переместить, скажи. Ты там в порядке? Да, паутина держит дверь, но всю базу подняли по тревоге. Сказать ученым. Они что-нибудь придумают. Чего этот Человек-паук нам так прикрепил? RX-89, доложи обстановку. Кто-нибудь, проверьте RX-89, он молчит. Слушай, я знаю, ты мне не доверяешь. В этом ты прав. Как я могу это исправить? Перестань действовать за моей спиной. Вести себя так, как будто я что-то не продумала. Разрушение плазы не навредит никому, кроме Роксона. А они это заслужили. Просто пообещай мне все рассказать, ладно? Обещаю выслушать. Даю слово. Я уже все решила, Майлз. Тебе пора с этим смириться. Тогда мне придется остановить тебя. Постарайся с этим смириться. Я
прошла. Встретимся в павильоне на дальнем конце конвейера. До встречи там. Они заперли двери. Я найду другой путь. С ним мы все расскажем о смерти Рика. У тебя есть доказательства? Вряд ли суд поверит двум народным мстителям в маску. Должен быть способ. Думаю, выход там. Не ты потеряла? Спасибо. Я знаю это место. Лаборатория Кригера. Для чего она ему? В основном для показухи. Рик как-то показал мне фото. Лаборатория. Стой! Здесь все данные по проекту Нуформ. Отчеты о токсичности, данные с испытаний. И тут повсюду имя Кригера. Это уничтожит Роксан. Чёрт! Как тебе цвет? Защищает от твоих электроукусиков. Электроукусики? Что ты несёшь? Тебе конец! Ты займись косорогом, а я охраной. Может, прокатимся? Поменяем его броню. Берегитесь, Калуга, приходите. Достойный соперник. Я дам тебе достойную смерть. Достойную смерть? Кажется, это какой-то жуткий комплимент. Денег не жалеют. Чтобы они не построили, будь уверен. Вы слишком поверили в себя, малыши? Отлично. Так ваше поражение будет более впечатляющим. Громко сказано для того, кто чуть сам себя не расплющит. Он блефует. Надо продолжать. Этот костюм тебе не пробить! Ура!
Хватит сопротивляться!
никогда не выпустит. Просто убедись, что он ничего не сделает. Сейчас вернусь. Отчеты Кригера покончат с Роксоном. Без убийств. Знаешь, Кригер рассказал, как сдох твой брат. Очень забавно. Заткнись. А еще он сказал, это твоя вина. Кригер переработал реактор. Хотел перегрузить его, чтобы успеть в срок. Если Фина сделает то, что хочет... О, Господи. Гарлем. А ты стояла и смотрела, как он умирает. Нет, нет, нет! Иди к черту! Какого черта ты?
Это реактор! Только подойди. И я убью тебя. Но... мы же семья. Моя семья погибла. Ганке, нужна помощь. Пойду принесу полотенце и антибиотики. Майлз, где ты? Что с тобой случилось? Что за костюм? Я должен тебе кое-что рассказать. Фина напала на Плазу. Да. Так это ты гнался за ней через весь город. В костюме паука. Ты мог погибнуть. Поверить не могу. Почему ты не сказал мне обо всем? Мы же говорили, что нужно беречь себя. Но это... Я не хотел тебя тревожить. Другой Человек-паук уехал, а у меня все шло хуже и хуже. Теперь еще тебя подвел. Майлз, ни один твой поступок не заставит меня любить тебя меньше, запомни это. Ни один. Ты придаешь мне сил, Майлз. Таким и должен быть герой. Тот, кто смел ради тех, кого любит. Просто тот, кто не сдался. Глория займется пиром, а Тео обойдет жителей. Отлично. Начинаем эвакуацию. Подожди, я сейчас. С каждым днем ты все больше похож на отца. Береги себя. Хорошо. Майлз, я убеждаю людей эвакуироваться, а потом мы с твоей мамой обойдем соседей. Да, хорошо. Хотел сказать тебе спасибо за помощь и поддержку, бро. И могу я тебя попросить кое о чем? Конечно. Я пытаюсь увязать деятельность подполья со зданиями, где мог храниться Нуформ. Может, сумеешь взломать вышки Оскорпа или... Уже. Дай немного времени покопаться. Не спеши. Спасибо, друг. Надо немного размять ноги, а потом в путь. Надо бы уделить время музыке, когда все это кончится. Я все исправлю. Ради всех нас. Твоя мама написала. Она занимается тем зданием, а потом пойдет предупреждать людей, живущих близко к Плазе. Ты мне поможешь? Конечно. Как только найду склад Нуформа Фины. Надеюсь, до нашего дома не доберутся все те проблемы, которые ждут Гарлем. Я из семьи сильных людей. Нужно равняться на них. Теперь я верю, что это дом моей мамы. Не, сейчас мне есть как-то совсем не хочется. Я не сдамся, папа.
Пока Ганки ищет спину, у меня есть время. Проверь приложение. Вдруг кому-то нужна помощь. Задраивайте люки, ребята! Близится страшная, давно предсказанная буря столетия. Чертовски мощный шторм. Убедите, что у вас хватает припасов. Мои верные слушатели уже запаслись джерками Джеймсона. С ними можно пережить даже ядерный коллапс. А вот если вы хотели сходить с родителями в церковь Святой Троицы, у меня для вас плохие новости. На одного, но я всех победил.
Я нашел склад Фины в научном центре Аскорпа. Он закрыт на реконструкцию. Господи, наш преобразователь энергии со школьного конкурса. Так вот, как она собирается дестабилизировать Нуформ, чтобы взорвать Роксон Плазу. Ого, она выбрала его, чтобы тебя отомстить? Вполне возможно. Спасибо, Ганке. Это мой долг. Кстати, пора помогать твоей маме с эвакуацией. Пока. Так, научный центр Аскорп. Фина должна понять, что будет, если она пойдет до конца. А если она не послушает, я заберу Нуформ. Уничтожу, если будет надо. Тебя обратно не пущу. Пусть Кригер и Умелец поубивают друг друга. А когда пыль уляжется, снова станешь паучком. И что, мне просто прятаться тут? Я не могу решать, когда быть Человеком-пауком. Я должен остановить Фину. Нет, ты должен выжить. Я пытаюсь объяснить это, но ты не слушаешь. Если ты хочешь, чтобы я выжил, зачем сдал меня Кригеру? Я не сдавал. Ага. Так и есть. Тебя не должны были поймать. Кригер обманул меня. Ты хотел вернуться в семью. И это лучшее, что ты придумал? Я спас твою жизнь. Ты бросил меня в клетку. Чтобы защитить. Думаешь, это защита? Черт, Майлз, я не хочу потерять еще и тебя. А я не позволю, чтобы вместо меня умирали другие. Ты меня недооценил. Майлз, нет! Не спорь со мной! Я не хочу этого, но не могу оставаться здесь! Тогда я сделаю то, что должен! Спасу тебя! Технология маскировки! Надо ее снять! Просто лежи и не двигайся! Не спорь со мной! Я не хочу этого, но не могу оставаться здесь! Тогда я сделаю то, что должен! Спасу тебя! Технология маскировки! Надо ее снять! Дело вообще не во мне, а в тебе! Ты боишься! Не переводи все на меня! Подходить к этому щиту. Когда ты уже поймешь, что я должен защищать этот город? Когда до тебя дойдет, что мертвый ты никому не поможешь? Этот щит. Если бы мой отец нас видел, он бы понял, что я должен защитить тебя. Я должен его как-то обхитрить. Надо найти его. Ударю биоэнергией. Ты не можешь меня тут держать. Защитить тебя. А я пытаюсь защитить всех остальных.
должен попробовать. Дороги не будет. Думаешь, тебе по зубам смущать ты ростом? Это не так. Я должен попробовать. Победи, племянник. Не подходи к этому щиту. Кто за... У тебя твои могут быть просто на твои. Твой наставник не учил тебя выбирать противников. Он учил меня ставить чувства других выше своих. От них лучше держаться подальше. Без твоей силы, кто ты? Ты не знаешь, насколько страшен мир. Каждый сам за себя. Только если мы все не исправим! Ты не понимаешь! Ты всегда сражался только за себя! Может, потому-то я и жив! Тебе доказывать. Надо избегать воды. Он использует технику Роксона, вытягивает мои силы. Должен рисковать. Гипот, играю героем. Я тебя не лезь!
Роксона подарили! Я адаптируюсь! Тебе не угнаться! Ты наивный ребенок, который подражает Человеку-пауку! Нет! Я парень, который знает, что люди на него рассчитывают! Ты не смиришься с тем, что я Человек-паук! Я должен рисковать! Да! Вот именно! Я знаю, что подвел тебя. Разочаровал. Но мы семья. Семья? Это не помешало тебе врать мне, манипулировать мной, драться со мной. Просто семьей быть недостаточно. Все может быть иначе. Зачем нам ненавидеть друг друга? Так было со мной и твоим отцом. И я больше не хочу. И я тоже. Но я не могу стать таким, как ты хочешь. Не могу отвернуться, когда нужен людям. Должен быть хорошим человеком. Ганки, мой дядя меня типа похитил и запер. Чего? Ты в порядке, чел? Пришлось с ним драться. Я сказал, что между нами все кончено. Навсегда. Какая жесть. Это нелегко тебе пришлось. Но это нужно было сделать. Я лечу в научный центр. Звони, если в Гарлеме будут проблемы. Да. Удачи, Человек-паук. Становится все популярнее. Уже, Пина. Это Пина. Оставьте сообщение, и я его когда-нибудь послушаю. Это Майлз. Я в курсе, что ты знать меня не желаешь, но выслушай, пожалуйста. Кригер изменил характеристики реактора. Если поместить туда нестабильный нуфор... Длина сообщения превысила... Дима, передел, поверь... Музей закрыли на реконструкцию, и подполье решило занять его. Фина наверняка внутри. Надеюсь, я смогу увидеть взрыв. Это изменит все. Фиск держал любое с годами. После глаза его место займем мы. Шутки плохи.
телефон. А я говорю в панику. Точно будет синя. Один. Пора байки, бро. Еще один повержен в прах. Стеф, ты на месте? Кто-нибудь проверьте. Все было так просто. Человека-паука. Так, посмотрим, что у них тут за охрана. Такой же барьер, как в кинотеатре G. Нужно опустошить генераторы. Тех быков, которые заперты и обесточены. Нужен новый источник питания. Ага, так сойдет.
пропадает. Есть один. Отлично. Да, должно сработать. Получается. Еще парочку. Есть. Был еще один. Просто не верится, что все получается. Сломаю игрушечку как больше. Надо пробиться через барьер в электростиле. Фина! Ты здесь? Выставка была в том зале. Она, наверное, там. Дальше. Фина! Слушай! Давай со всем разберемся. Ты и я. Она наверняка у нашего проекта. Дальше в зале. Идем, Капуша. Хочу посмотреть на наш проект. Добро пока мы еще молоды. Где инновации будущего, реалии настоящие. Ладно, я иду. Эй, где наш проект? У меня в телефоне есть карта. Наш проект на временной выставке на верхнем этаже. И там табличка с нашими именами, как у настоящих ученых. Сегодня научный центр Аскорпа. Завтра... Возможно, Нобелевская премия.
Когда уже Рик придет? Он только что написал, что садится в метро. Значит, через 30 минут или через 2 часа? Типа того. С середины 20 века ученые представляли, как люди будут жить... Вот это я назову Говор. А ты назови эту. Левиафан. Шикарно! Эта модель — беспилотный глубоководный аппарат для исследования подводных пространств. Прототип от фирмы Аскорб откроет человечеству новые возможности... Возьмем с тобой один из этих. Мы можем сделать такой из пылесоса и старых покрышек, если немного поработать. Вы думаете, что жизнь под водой — это научная фантастика? Вот и нет. Подводные обитаемые модули известны в мире 60-х годов. Эта модель пригодна для постоянного проживания на морском дне. Сегодня, чтобы сэкономить место, в Нью-Йорке... Я пас. Что, боишься? Акулы, темнота, крохотное помещение — это не по мне. Земля больше, чем вы думаете. 95% морского дна пока не исследовано. Океан может стать новым фронтиром для человечества. Даже странно, мы так мало знаем о своей планете. Этот водолазный костюм — один из первых, разработан в начале 18 века. Первый водолазный костюм защиты от давления был сделан для спасательных работ. Сегодня такими костюмами пользуются рабочие, ученые и исследователи. Как думаешь, можно примерить? Очень хочу взглянуть, как ты будешь ходить в этой штуке. А уж не хуже, чем ты в тех туфлях на весеннем балу. Да ладно тебе. У твоих каблуки были еще выше. Особые экспонаты наверху. Вон лифт. Есть время сначала осмотреться. Это модель терраформирования и заселения Марса, нашего ближайшего соседа по Солнечной системе. Колония спроектирована использовать излишки воды и противостоять низким температурам, делая возможной жизнь на Красной планете. Будто целая маленькая община на Марсе. Не хватает, у вас есть билеты на временную выставку? Еще графити. Наш проект на выставке. Нам не нужны билеты. Нужны, и билетов уже нет. Не могу пропустить вас. Все равно спасибо. Нормальные герои всегда идут в обход. Она сказала, билетов нет. Ага, но видишь там дверь? За ней коридор, который ведет к лифту. Нельзя же просто вломиться. Но ведь надо! Завтра выставку разберут, и мы ничего не увидим. Заперто. Я узнаю этот замок. Если на него посветишь, он откроется. В телефонах есть фонарики, но их свет туда не достанет. Надо просто просунуть под дверь что-нибудь отражающее. Отражатель. Хорошо бы такое, чтобы включался и отключался. Непостоянный, в смысле, форму меняет? Ты смотри, умных слов нахватался. Замолк. О, смотри. Солнечные зеркала с клейкой стороной. Самое то, чтобы обмануть световой замок. Теперь нужно что-то, что можно подсунуть под дверь. Что-нибудь длинное и плоское. Что может быть и тем, и другим? Нам нужно. Сплав с памятью. Я могу изменить форму в музейном приложении. Ничего себе! Есть! Бери, только незаметно. Есть! Пошли! Извини. Все нормально. Я прикреплю наклейку. Давай откроем дверь. Интерфейс внешних устройств. Это либо гениально, либо совершенно тупо. Если когда-нибудь откроем свою лабораторию, я так ее и назову.
Я посвечу. Скажи, когда наклейка будет направлена на сенсор, и я включу свет. Пока на нас никто не смотрит, надо спешить. Как-то не так. Попробуем снова. Нет, не совсем. Сработало! Получилось! Идем! Наш проект ждет. Это было шикарно. Мне будет не хватать наших приключений. О чем это ты? Здрасте. Ты со следующей недели учишься Visions, а я нет. Я никуда не денусь с этой планеты. Будем тусить вместе. Ты будешь занят. Не настолько занят. Я найду для нас время. Серьезно? Ладно. Я сейчас разрыдаюсь. Ну все, погнали наверх. Привет, пап. Привет, Майлз. Привет, мистер Дэвис. Привет от Вины. Веселитесь, ребята. Не забудьте сфотографировать свой проект. А, да подумаешь. Еще как подумаешь. Ладно, ладно, давай сфоткаемся. Люблю тебя, пока. Мы на месте. Наш проект в конце. Думаешь, наш конвертер уже подключен? А иначе какой смысл? Только надо биомассу подавать. Может, к мусорке подключить. Выращивать цветы. Зачем? Дарить друг другу? Намного важнее вырастить что-нибудь съедобное. Надо быть готовым. Вдруг влюблюсь в симпатичную космонавтку. Подожди. Я еще не все прочитала. А ты? Я уже устала. И ноги... Наш проект. Вы только поглядите. Это же ученые, отмеченные наградами. Нам не сказали, что мы на особой экспозиции. Билеты нужны. А ты как прошел? Я купил билет. А как вы прошли? Это не важно. Встаньте поближе. Сделаю фотку. Давай ты в кадр. Ты же нам помогал с проектом. Да, да. Ладно, ладно. Подвинься. Вот так. Скажи аллели. Ну нет, не скажу. Вина. Ты должна знать. Я не желаю тебя слушать. Осталось просто его найти.
мой любимый музей! Подпольный. А еще я видел танков. Все выезды из Гарлема перекрыты. Ты где? Рядом с твоей квартирой. Мы ищем убежище. Идите в магазин Тео. Я скоро буду там. Мы постараемся спрятать людей, пока можем. Закончу с ними, прежде чем вернусь в Гарлем. Thank you.
достаточно добраться до Гарлема, пока Фина не разрушила реактор. Ганке, ответь! Как идет эвакуация? Плохо. Кругом Роксон и подполье. Как на войне? Вы в безопасности? Как мама? Мы не добрались до... Тео, нас дюжина, но... Связь пропадает. Ты где? Ганке! Если ты меня слышишь, я уже иду. Держись там, пожалуйста. Ни разу не видел такой бури. Ганке, слышишь меня? Ганке!
Хуана Фуэрда и Барбершоп Телл. Нам надо срочно прекратить здесь бои. Камила, вы с Калибом? Вы живы? Да, мы с Гурой. Парень, тут все плохо. Натуральный кризис. До этого не дойдет. Я не допущу. Будьте там, пока я не зачищу улицы. Выруби! Сюда!
вышли? Ага, все выбрались. А вот ты, похоже, нет. Ты где, Майлз? У 125-й. Маму свою ищу. Говорят, новый Человек-паук уже здесь. Он их защитит. А ты защити себя, ладно? Уходи оттуда. Да. Ага. Предоставлю это ему. Берегите сюда, Глория. Ты тоже. Пожара не хватало. В бурге плохо видно. Надо идти на звук выстрелов. Майлз, ты меня слышишь? Мы в... Гарри, я иду на восток. Ты где? Прячемся в магазине Тео. Подняли. Очень плохо. Иди. Они в магазине Тео. Это рядом. Но сперва надо разобраться с Роксоном и подпольем. Зачистить улицы. Они взялись! Чисто. На улицах нет.
Стой на месте! Тео там! Один из Человек-паук цел. Ганки! Ганки, ну где ты? Выбраться сможете? Кто там? Кто это там? Эй! Эй! Слушайте! Нужно выбираться отсюда! Я не смогу вынести вас всех! Что за... Она уже начала... Мы выведем людей. Я вернусь. Я знаю. Так, народ! Стучитесь ко всем! Все должны пойти с нами! Нет! Ты не понимаешь, что делаешь? Они заслужили наказание! Про реактор. Кригер поменял настройки. Ты уничтожишь не только Роксон Плазу, ты испаришь весь Гарлем. Я не дам тебе снова меня обмануть! Ты опоздал. Я не дам тебе это сделать. Ты не остановишь меня. Ты не видишь, что делает реактор? Разрушает Плазу! Уничтожает памятник Кригеру! Всему Гарлему конец! Кто это сказал? Кригер? Я
Я все просчитала! Голограммы? Серьезно? Не смеши! Почему ты мне не веришь? Триггер не мог переделать реактор! Мозгов бы не хватило! Хватило! Надо все остановить! Для моей подруги Фины безопасность людей всегда была важнее мести! Это одно и то же! Я этого не хотела! Ты не видишь, что делает реактор? Разрушает плазу! Уничтожает памятник Триггеру! Если плаза рухнет, всему Гарлему конец! Кто это сказал? Триггер? Я все просчитала! Почему ты мне не веришь? Триггер не мог переделать реактор! Мозгов бы не хватило! Хватило! Надо все остановить! Вечно убегать не будешь, Майлз! Для моей подруги Фины безопасность людей всегда была важнее мести! Это одно и то же! Я говорю тебе правду! На тебя не похоже! Я зря соврал тебе, чтобы вступить в подполье! Если бы я мог завернуть... Не можешь! Прятки тебе не помогут! Я не хочу. Поговорим. После отключения Финн, смотри! Реактор уже на пределе! Еще немного, и его не остановить! Нет! Я больше не стану убегать! Всем плевать!
задержит. Заткнись!
На тебя не похоже! Я зря соврал тебе, чтобы вступить в подполье! Если бы я мог все вернуть... Хотя не поможет! Ты слышала Кригера? Ты делаешь плохо только жителям Гардема! Кригер брал! Он блефовал! Почему ты такой быстрый? Я побеждал тебя раньше! Смогу и теперь! Не в этот раз! Стой на месте!
вернулся! Не останавливаться! Нельзя стоять на месте! Они такие быстрые! Не должно было быть! Я остановлю это! Yeah!
подальше. Я так долго не продержусь. Парень, беги. Мы ими займемся. Вы видели лицо? Молодец. Человек-паук. Спасибо. Кто он такой? Этот парень? Он наш Человек-паук. Просто монтаж. Это дипфейк! Слышите меня? Вы хоть знаете, кто я такой? Вам конец всем! Да, я вас... да, мы знаем. А, я вас закопаю! Слышите? Все так, друзья. Саймон Кригер в тюрьме. Айрон Дэвис, он же бродяга, сдал его и Роксон. Дэвиса посадят, но может не на весь срок. Думаю, из этой ситуации мы все вынесем важный урок. Вместе мы сильнее. И здорово, если у тебя по соседству живет Человек-паук. Классно выглядишь, Элли. This is where we come from, yeah, we did it. City on my back, I'm committed. This is where we come from, yeah, we made it. Now the whole team celebrating. We like, блин, ну какой же у тебя костюм? Просто шик. Да, я такой. Ага, да. Пит, нам когда-нибудь станет проще? Что-то, да. А что-то проще уже не будет.
Для Роксана мы все были лишь расходным материалом. Я, Рик, Фина, весь Гарлем. Думаю, наша задача не оставлять подобное безнаказанным. Включим это в клятву паука. Начнем? Погнали. Fresh. I step out the steps, I'm all running for the flex. Pete told me I was next, I'm coming for next. It really isn't no question. Only super heels in a section, only big bangers on a set list. On top of buildings where I eat breakfast, then I shine like a new necklace. I'm ready to go, she calling my phone, girl, I'm coming over. I got something to prove, I showed her the world, can't hold it no longer. They think I'm way too young, stand up for the ones I love. But let me tell you something. See it, man, just like the picture developed. I got it, yeah. Fly as a whip with propellers. All of these villains are jealous. Just cause I'm young and I'm careless. Swing through the window, what I anxious. I'm ready to go, she calling my phone, girl, I'm coming over. I got something to prove, I showed her the world, can't hold it no longer. They think I'm way too young, stand up for the ones I love. But let me tell you something. On a rooftop, gotta fight for the truth in this war. Don't let the city go dark. You know the swag defended the shoes, I kill them. Meanwhile, I'm fighting a villain. She know what the deal is, a clip full of heroes. She made me moonwalk in the ceiling. Just ask, they know we the illest. Sense of the vision. They really think they can get us. They checking the drip when I flip up the building. Yeah. I'm ready to take.
Гарлема приходит в себя после беспорядков с участием бандитской группировки, известной как «Подполье». И пока корпорация «Роксон» тонет в лавине судебных исков, недавно избранный член городского совета Рио Моралес обратилась к ней с просьбой привлечь общественность к сбору фондов для помощи. Показатели в норме, кровообращение тоже, мозговая активность в порядке. Он там слишком давно. Мистер Росберг, я понимаю, он ваш сын, но вы его болезнь... Его. Вот. Возможно, мы недооцениваем потенциальные риски... Я сказал! Вытащи! Его! Прощай, Фина. Привет, мам. Занята? Не особенно. А что? Вышел из церкви Троицы. Думал про Фину. И... Поделись со мной. Она спасла и меня, и тебя, и всех. А ведь именно она все это и устроила. Впрочем, после того, что случилось с Риком, кажется, я ее понимаю. Люди могут запутаться. Как твой дядя Аарон. Он помог посадить Кригера, вывести людей из Гарлема. Но каждый раз, когда я смотрю на него, я вспоминаю, как больно было твоему папе. Да. Не надо судить Фину, сынок. Она сама сделала свой выбор. Просто помни, кем она была и за что ты ее любил. Ты всегда найдешь нужные слова. Это моя работа. Звони, если буду нужна. Хорошо? Да. Люблю тебя.